Перечень сухопутных границ арктической зоны Российской Федерации был утвержден президентом Российской Федерации еще в 2014 году. И с этого момента правительство Республики Саха-Якутия обратилось в федеральные органы исполнительной власти о включении дополнительно еще 8 муниципальных образований, которые территориально расположены в северной и арктической зоне Российской Федерации. Наше предложение поддержано Министерством экономического развития Российской Федерации, и этот вопрос выносит на рассмотрение Государственной комиссии по развитию Арктики. И думаю, что в течение до первого квартала 2017 года, после принятия новой редакции Государственной программы развития Арктической зоны Российской Федерации и рассмотрения правительством Российской Федерации проекта федерального закона о развитии Арктической зоны, этот вопрос будет решен.